Дети во втором сезоне шоу составляют серьезную конкуренцию взрослым. Команда New Era Kids из Таджикистана объединилась ради участия в шоу и доказала, что, несмотря на свой юный возраст и отсутствие опыта, они могут покорить большую сцену. Ожидания во время голосования были очень волнительными, потому что мы боялись то, что мы не пройдем. Но это случилось. Такой шанс дается только раз в жизни, и мы не должны его упустить. Но эмоции были очень радостные, особенно когда мы узнали то, что мы прошли. Просто хотелось убегать, сходить на другой край света и вернуться. Гран-финал очень много значит для нас, потому что это следующий шаг в нашей жизни. В него было очень тяжело пройти, но мы справились. Когда мы выступали первый день, мы очень волновались, что мы не пройдем в этот проект, ведь он такой ответственный, но когда мы прошли, у меня были просто классные эмоции, и я была очень рада. This is Optimus Prime. Do you read me? Они круто выступили, это большой труд, это очень много проделанной работы. Эти дети заслуживают большого уважения. New Era Kids успешно прошли кастинг, и после этапа Deliberation юные танцоры попали в полуфинал. Ну а зрители, отдав свои голоса, решили, что эти талантливые дети обязательно должны продолжить борьбу в гранд-финале шоу. Участие для нас – это очень важное событие, потому что это новый шаг нашей жизни. Мы пришли за победой, и поэтому мы очень много времени тратили на тренировки и упорно занимались. Наша уникальность в том, что мы смогли замиксировать очень много движений из разных видов. Хип-хоп, гимнастика, лезгинка. Брейк-данс. Брейк-данс, паппинг, вальс тоже. И мы из этих танцев сделали один хороший танец.
didn't hide when I was king. I played it hard and fast, but everything I walked away. You want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. And put your love in the hand out, darling. I'm fighting hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. Нужно руководители и хореограф очень хорошо постарались. Было очень синхронно, очень красиво. А, мне кажется, это понравится зрителям. Танцы – это наша жизнь. Если у тебя нет какого-то хобби, может быть, хобби где-то внутри себя, только ты должен его отыскать. Мой хобби, например, я его отыскал, это мой хобби, оказывается, был танец. Когда мы приехали на кастинг, мы ходили в развлекательный центр, и там был фонтан. Мы кинули туда монетку и загадали желание, чтобы туда вернуться. И через несколько месяцев мы туда вернулись, и наше желание сбылось. Это чудо какое-то. Да. Поддержите и голосуйте за команду New Era Kids прямо сейчас и только в суперприложении Айту. Этот путь для нас как гора Эверест. Вы почти дошли до конца, и ваш голос может стать решающим. Голосуйте за нас. Понравилось выступление? Можете пересмотреть его в интернете. Для этого отлично подойдет новый Galaxy S22 Ultra, который объединяет в себе мощность линейки Note, камеру профессионального качества и производительность серии S. Galaxy S22 Ultra – первый среди сильных.